Я вас приветствую, друзья. Вы на канале Грибоискатель. Сегодня я приехал в свои тульские места. Год здесь не был уже давно. Соскучился так. Но столько пролило дождей, что пришлось машину оставить на дороге и идти пешком километра, наверное, 2 до места. И вот, наконец, я здесь. И у меня есть первая находочка. Во! Здесь еще целый трутовичок молоденький. Трутовик серно-желтый. Красота. Первая находка есть. Я думаю, может быть, что-нибудь еще будет интересное. Ну что ж, оставайся на канале. Давайте посмотрим, что я найду здесь. А дождей было столько. Грибы должны просто попереть вообще. Свежак. Трутовичок оказался прям то, что надо вообще. Свеженький, вкусный грибочек. Желтенький, смотрите какой. Ну что ж, надо глянуть, там это есть осинничек такой молоденький. Пойдемте посмотрим. Иду такой, думаю, что это? Две такие плюхи. Издалека показался белый. Но сейчас-то я уже понимаю, что это свинушки. Вот такой размер. Вот это свинухи. Кто-то их, кстати, ест, и им нравится. Кто-то говорит, что они ядовитые. Я их ел. Сейчас. Но они мне не особо нравятся по вкусу. Такие они кисленькие слегка. И вкуса грибного почти нет. Но это как по мне. Вот так вот. В осинничке ничего не оказалось. А здесь уже вовсю цветет грушанка. И все-таки и здесь, в Тульской области, тоже первые лисички появились. Молоденькие. Вот эти две возьму, ладно. Вот еще россыпь. В общем, лисички появляются в Тульской области. Хорошо. О, первые ягодки. Раз, два, три, четыре. О, классно. Пять ягодок. Отлично, земляничка пошла. Первая. Ух, запах какой. Землянику обожаю вообще, особенно запах, да и вкус тоже. О, надо еще найти. Супер. Фух, дошел до другого местечка, друзья, смотрите. Только зашел в лес и меня встречает. Вот это уже россыпь. Лисичка белая, друзья. Смотрите. Класс. Опа, смотрите, какая она красивая вообще. Ух ты. Вот это я уже понимаю, находка. Не очень небольшие, но уже съедобные. Такие с картошечкой жареной. Ай. Все, у меня уже слюни текут, блин. А ведь еще домой потом ехать. Класс, смотрите сколько. Хопа. И вот еще вот здесь. Это очень даже хорошо. Очень хорошо. Вот здесь еще молоденькие. Вот эту можно взять уже. И эту, пожалуй, тоже. Смотрите. Вот прям при вас. Набрал кучку. Смотрите, какой. Отлично вообще. Береза ворочается. О, и здесь. Смотрите, сторонки. Желтенькое что-то. Так, это очень радует. Вот еще полянка попалась. Вон они, желтенькие. Вот еще. 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 Ну, можно сказать, что пошли лисички полянами, но только маленькие.
Надо им подрасти. Опять летит дождик. Удивительно, друзья. Удивительно, что я-то пришел на свою березовую рощицу, где беленькие растут, лисички. И совсем не ожидал увидеть вот этого вот товарища здесь. Смотрите, подосиновик желто-бурый. Чистый. Смотрите, какой красавчик вообще. Что за год такой, друзья? Никогда здесь не было желто-бурых подосинников в березовом лесу светлом. Здесь только белые дубовые и лисички, и земляника вон там должна быть. Сейчас глянем, кстати. И смотрите, какая красота. Прекрасный экземпляр. Видимо, чистый. Отлично, друзья. А запах какой. Супер, друзья. Это вам. Саня Хабаркин, привет тебе большой. Давай уже подключайся. Уже люди про тебя спрашивают, куда пропал. Друзья, Александр Хабаркин — это грибной блогер. Отличные у него находки, замечательные походы, добрый, душевный человек. Зашел в глухой лес. Здесь вот рогатики уже растут. Но пока больше ничего не вижу. Обычно здесь растут дубовики, крапчатые. Вот так находка. Эй, ты здесь не заблудился, дружок? Я нашел его. Ух, как гром гремит. Белый гриб. Когда он успел вырасти? Хотя я здесь первый раз в этом году. Прозевал. Надо чаще приезжать, контролировать. Но я думаю, со шляпки что-нибудь пойдет. Отлично. Сегодня лисички, кротовик, подосиновик желто-бурый. И теперь еще вот так, беляш. Смотрите, друзья. Видите, семейка попалась, лисичек. Видите, они светленькие такие. Давайте две возьму так. Вот, да? Вот такие. Вот они еще тут. Еще, а смотрите теперь сюда. А здесь целое семейство. Смотрите, прям пучок. Я его срывать, конечно, не буду. Желтый. Видите разницу? Вот эта вот лисичка белая, а это обыкновенная. Вот такая вот разница. Классно. Пошли, в общем, потихонечку лисички. Ну все, друзья. В общем, вот такой вот грибной тул. Один белый, один подосик. Подосик, конечно, классный вообще. Лисички пошли молоденькие. ТСЖ-шечка. Трутовичок. Вот так вот. Грибов, в общем, совсем мало. Можно сказать, нету. По одной штучке всего. Только начинается. Ладно, надо подождать еще, наверное, дней 5. И тогда уже, наверное, пойдут. Ну что ж, поехали домой, приготовим грибочки, пожарим жареху. Вот там, кстати, паук залез, смотрите. Такой.
О, пожарили, друзья. Что-то замучился сегодня. Жарище такое стоит. Дожди льют, жара стоит. А грибов мало. Но сделал благородный в сливках. Еще так не делал. Классный способ. Белый гриб божественный. Вот это вещь. Белые грибы. Не зря они королевские, да, друзья? Лисичка. Отлично. Хрустящая, молодая. Скоро должны подрасти, друзья. Пойдем собирать. Но еще, наверное, дней 5 подождать. А может больше. Давайте засекать. Ладно, друзья. До новых встреч. Увидимся в лесу. Завтра я как раз с утра еду. Так что ждите отчета. Свежих новостей. Пока.